атмосфере при таких болельщиках надо играть значительно лучше, то есть доставлять им радость. Вот. Были интересные эпизоды, как у Бреста, так и у нас были тоже эпизоды, но это эпизоды. Я считаю, что мы сыграли не самый свой лучший матч. Ряд игроков не столкнулись с проблемой комплектования, ряд игроков получил травму. Вот. Плюс еще после сборных приехали, не все в должном состоянии. Вот. Но результат, я считаю, что и у Бреста были моменты хорошие, у нас тоже были, поэтому закономерно. Спасибо, Сергей Витальевич. Можете задать свои вопросы, если есть. Василий, пожалуйста. Сергей Витальевич, отсутствие в составе дает. Я вам уже сказал. Вы же поняли, что слово травмировано? Ну, какие? Я же сказал, что мы столкнулись с проблемой. Конкретно.